Да, и мы продолжаем шахматный камбэк. Надо быстрее ходить, а то он прервет. О, Все. отлично, b4. Он, по-моему, не играл с нами до этого. Это не он. Нет, это был у него. Мы не будем бить. Нет, стоп. Мы пойдем. Да стоп, d4, пойди. Ну, зачем? d4, ты пойдешь сегодня или нет? Нет. Чё ты делаешь? Камбэк. Ну ты выиграл. Что вообще? Что это такое? Что это за позиция? Ты любишь так играть, Кирилл. Ты так любишь играть. Что ты? Какие претензии вообще ко мне? Ну это все, это скучно. Как скучно. Мы только что отдали фигуру ни за что вообще. Ну, ты не очень испортил, у меня это лучше получается. Нет, может быть, ты и нормально испортил, но мне не нравится, как ты испортил. Ну. Ну, абсолютно безнадежно, как и должно быть. Ну почему мы ушли в 2-0? Да, у нас не хватает фигуры. Понимаешь, в чем загвоздка? Это когда-то останавливало? Слон Вот А3 это в том числе. одну пешку. И поменяли одну фигуру. Что важнее? А, ну у нее не было рокировки. Слушай, это ж хорошо. Так зачем мы поменяли? Ты забыл, что ты с третьим ходом на F7 отдал? Ну да, я обычно так не играю просто. Может все-таки пойти F4-то, нет? Ну это очень медленно. Да нет, сейчас мы его замотуем, ты видишь. Подумаешь, там ушел до ноля. Ну ладья F3 давай. Зачем играть ладья D3? А, мы на D6 лезем. О, он уже поплыл. По-моему, уже ладья отыгрывается, да? Ну, качество, ну это все на мало, конечно, пока. Но. Может быть, он сейчас пойдет, не знаю, Нет, какой-нибудь. он, кстати, может и не отдать. Конь D5, C4, король G8 там был какой-то ресурс. Ладно, шах пока. Король F8. Да, теперь у нас одни ладьи. Как атаковать ладьями, я не пойму. Не знаю. Ну, ставить их на, не знаю, линию GH, как я обычно это делаю. Вот теперь на линию H ее поставь. Не, нам нужна вторая сначала. Давай сначала нападем. Вдруг он зевнет. Конечно, он не зевнет, придет солнце 6. На, а теперь надо вторую поставить. Ну вот я тебе говорю, нужно на H3, а второй на G3. Только вот Что, то. они будут там просто стоять? Ну да. Ладно, давай пока атаки уже не получилось. Просто его пешку не пустим, а потом как-нибудь все срастется само. Ну Меня, ты. я обычно так играю. Теперь что лучше? Да. Почему ты не хочешь пойти F4? Ну потому что, смотри, какой слон станет. Так мы имеем шанс его заморозить при случае хотя бы. О, вот это шанс. Мы Сейчас напали на мат. идет мат. Нет, такого не будет. Пойдет конь H5. Придет отряд D7. Конь H5. Ну ладно. Он просто посильнее, чем твои обычные соперники, поэтому я лучше чувствую психологию. H3 это тончайший ресурс, да? Да. О, по четвертой. По третьей не получилось, по четвертой. Ну, на H4. И чё, нам будем упираться в эту фигню? И что это даст? Ну отлично. Ладья F6 проходит. Ну, конечно, он не зевнёт. Печально. Или зевнёт. Нет, он зевнет. Так вот учёный это сказал. Это ужас. Так верил в парня. Такая беда. Всем спасибо за внимание. Кто это был?